Сегодня мне доверили хорошую роль говорить «развлекаться подано». И вот какие развлечения мы принесли вам на выходные. Начнет Оксана Стяжкина. В эту субботу, 20 января, я отправлюсь в спортивную школу «Юность» на первенство Кировской области по кикбоксингу. Кикбоксеры, они сами по себе люди очень смелые, сильные, хорошо дерутся, а как говорят у нас в Уржуме, бьет, значит любит. И чем больше он наваляет своему противнику, тем крепче будет меня любить по уржумским меркам. Патриотам рекомендуем провести день по-русски. С утра поесть баранок у самовара. Потом потягаться в армрестлинг с медведем. А к вечеру надеть лапти, холщовую рубаху и отправиться на концерт русской гармонии. 21 января в ДК «Космос». Главное, чтобы в зале у вас не зазвонил айфон, живот не заурчал от пепси, а сигнализация вашего форда не отвлекала от представления. Многие меня недооценивают, думают, что я могу только хихикать. Но на самом деле я умею заливаться хохотом, смеяться не впопад, тихо улыбаться. А еще я умею визжать. Вот повизжу я на фильме ужасов «Астрал». Продолжая мистическую тему, в эти выходные в городе ожидается нашествие мистических сущностей. Но хорошо, что рядом есть люди, способные общаться с этими потусторонними силами. С мертвыми, с убитыми и с теми, кто испускает дух. Это не экзорцисты, а журналисты программы «Место происшествия», которые в выходные будут дежурить на улицах нашего города. О последствиях общения с мертвецки пьяными автонарушителями узнаешь из эфира нашего канала. Итак, проверки ДПС в любое время на всех улицах города. Это была рубрика «Выбор редакции». Мы советуем, вы выбираете, мы отдыхаем, вы зависаете. Новый слоган программы.